Протесты против принятия в Венгрии закона о пропаганде гомосексуализма не ограничились прошедшей в Будапеште демонстрацией. Ряд местных учителей и психологов открыто заявляют, что не намерены выполнять требования закона и продолжат беседы с несовершеннолетними о проблемах ЛГБТ-сообщества. Гражданское неповиновение возможно, когда все доступные законные средства исчерпаны, но правовая система так и не отменила действительно несправедливое правило или решение. Решение, правило или закон, противоречащее моральному содержанию Конституции. По мнению активистов, новый закон носит открыто репрессивный характер. Уголовное преследование не предусмотрено. Уголовное дело возбуждаться не будет. Но это значит, что судебное разбирательство может начаться на основании гораздо меньшего числа представленных доказательств. Протесты против нового венгерского закона отмечаются и в других странах ЕС. В частности, муниципальные власти Мюнхена предложили осветить всеми цветами радуги городской стадион, где в среду пройдет футбольный матч между сборными Германии и Венгрии. В сети появилась петиция в поддержку данной инициативы.